вашей, мать! Мамку свою от меня с Днём Матери, говорю, поздравь. Вот босса, наверное, все встаем, нет? Ага, все в звезду. И идите все в звезду. Там стоит Друлина, кто-то еще, идите в звезду. Ребята, мы что, решили типа в ДФБ смысла убивать или как? Все, что, сейчас трэш сливаем, да? А, сливайте трэш. Эти трэш. Ты же мне гнев небес дам. Три паладина. Ну он же ВСПД не в ДФБ шмотся. Вот дерево сушит. Пушку не успел, с меня пофигу. Перки подбивайте там, злой. Зачем? Одной хватит. Гонишь. Он же не бегает туда-сюда. Ты показывал, тебе него удары не сбили что-то или что, нет? Нормально. Нормально, не парься. Били, это как сбить. Он, это как он должен быть. Давайте трэш. Давайте играть в трэш. У них небес. За лужу, ребята, скорее. Жрец ПД за лужу. Доливайте трэш, Анатолий, лоха. Бейте его скорее. Все, бегайте от них. Стаки эти не получайте. Дилы становят кипы. ПДД тут только играют. Расходитесь далеко, стойте все в центр примерно, у синего квадрата. Ближе туда, к ТТМ. Он же сейчас скоро должен появиться, он мне 10 секунд пишет. А не вариант одного моба на второй фазе сапать, допустим, при... Подходите, подходите. Подходите. Вылез. Знаковый ему кидает там, я не знаю, да, пока да это хуйня, мы в прошлый раз перелили 62%. Тут можно ливать в тупую, нахуй. Ой, пробуем все равно. У нас ДПС в тупую не хватит. И в центр опять. Лети трэш. Вот вижу, сбили. Теперь босса играйте. Босса сильнее. Опять в трэш играйте. Че, может рост дадим или нет, и босса сыграем? Рано. Не успеем перевести, у нас нету самогона. Кстати, залужу опять. Ой-ой-ой, луж нету-то? Есть, вон. Ага. Войд хорош. Да, хорош Войд. Красава. Хотя долго, если мы ДФП не сделаем, блядь. Сейчас мы сделаем, я вот уверяю вас, сейчас нормально все будет. Ну я вот тут только вот этот трэй, потом пизду пойду. Идите к ним близко, пусть одни РПДшки играют, вы там дебафы получаете, миленький. Ну поскольку у нас этот... Кестер и... Фу, жрец ПД в шмоте, девайте пушки тогда. Фуловый, который у вас есть. Смотрите, Коль, дай мне кулак, пожалуйста. Сейчас появится. Колик. Добивайте скоробеев и подходим туда, где стояли на исходную. Колик, дай кулак. Появляется. Иди поближе все. К этому, к звездочке. Ой, к квадратику к синим. Бейте этого урода. Уже час рост или что, нет? Нет, в трэш играйте. Играйте в трэш.
Одевайте, смотрите. Одевайте фуловые пушки, шлемки и все остальное. Берите пока. Надо было раздать, когда черви выйдут. А им уже одевать? Одевайте шлем, но все равно одну силу. Одевайте. Я его за контролем. За контроль дальнего. Ты заберешь этого? Там, встанет. Дай ему цап. Вы подводите сюда, чтобы я сбил или чё? Хилиться, смотрите, как хорошо. А мы вообще ничего не снесли. Подожди, отключай хил. Вообще все, не можем снести, как он сдох? Ну, меня 4 мага убил, не дохил. Короче, я так понял, смотрите, проблема вся в жуках в этих. Вы не можете им каз сбить, в одну метку вот свести, как мы всю фазу убьем. Зачем мы сейчас это делали, я не понимаю. Нам что надо? Нам надо свести, короче, трэш под босса сейчас и убить, и слить трэш. Зачем их контролировать? А чего пишет, что осталось 42 попытки, если мы только 2 раза умерли? Не знаю. Дима, вычитается так много на нубе. А вы что сейчас, почему не могли под босса свести трэш, и мы бы в трэш сыграли точно так же, как мы делали до этого? Зачем в трэш? И что, тут не играют в трэш на нубе? Нет. В принципе, все понятно, значит. Ничего. Будем расконтролировать. Не знаю, режется хил или нет, короче, но нужно проверить, потому что сильно он хилится, очень хорошо прям. А как вы собираетесь убивать в следующее воскресенье, если мы соберемся? Мы не можем даже 10% ему снять, значит, что-то не так дела. Надо рост, короче, давать позже, уже когда мы ему немножко начали. Да, снять. Вот именно. То есть нужно. Рост прям давать под жуков хотя бы. В общем, не знаю, ну, жуки там не жуки, но суть в том, что мы должны успеть убить босса до того, пока у паладина накопится 1 000 000 жуков. Просто мы ему сносим, он отхиливается, сносим, отхиливается, и мы не замечаем, как куча жуков приходит к паладину. Он с ними не справится вообще никак. Не знаю, короче. Ты что делать-то, их в точку сводить, контролить, или по комнате и просто все расходятся и начинают контролить? Ну, единственный нормальный такой здравый вариант — это кайтить. Но они как бы кастуют херню вот эту свою. А потом ваншотуют. Не знаю, когда они вылазят, они кайтятся или нет. Если кайтятся, то можно кайтить. Но как? Это нужно опечать вот эта масса и бегать от них. Ну, почитайте в гугле, что вы придумываете. Короче, нам что, надо хил резать по-любому, да? Ханка либо рога. Да. Видишь, я не знаю, режется он или нет. Слава, спек не перебил, у него уже есть, по-моему, там, нет, срез хила. Давайте, следующее воскресенье тоже что-то убьем. В принципе, все боссы проблем не вызывают. Да, а нуб самая проблема, остальное все херня. Ну, значит, следующее воскресенье берем человека на срез хила. Если его не будет, славу, короче, спека в этого Вармса пусть хил режет. Либо в Фурике, там же есть талант. Да лучше в Фурике, да, потому что там 5 крита, там Нориксис будет, он порежет пробы. Конечно. Но если Валера не будет, по славу спекам, и пусть он хил режет вместе со злым. И тогда что, и контролим трэш, да? Там оковы шипы кидают, эрпал покаяние. Или нет? Надо вот, выходят первые жуки, чтобы сразу при скретрик пошли, дали сапы этот и изгнание.
Когда они, получается, минуту будут стоять, и за минуту можно смело вливаться. Еще знаешь, какой вариант есть у меня? Вот эти жуки, которых мы убили перед тем, как перевести, надо, и мы перевели, надо еще одних жуков убить перед боссом, и вот только следующих уже потом, как ты говоришь, делать. И все обилки, чтобы прожимки, все прожали уже в этот момент и дали. Нет, у меня лучший вариант. Мы не бьем, ждем жуков, убиваем жуков и оставляем у босса 32%, где-то 37. Получается, мы убиваем трэш, и получается, сразу же переводим его. Да, 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 ну так и надо, вот, мы сейчас как раз делали. Потом выходит первая пачка трэша, она цапает и станется, и не трогается. Вторую пачку трэша я забираю на себя, а первая, которая стоит в сапе, ее повторно сапают и станет. И получается, я только буду вести одну пачку. Одну пачку и поконтролить уже, и потанчить можно легко. Или так, да. Ну, единственное... Суть в том, чтобы все одновременно прожались и рост дали уже, когда босс на фазе. Так вот, так, да, в этом-то и суть, но о чем мы сейчас-то это не попробовали? Мы придем в следующее воскресенье, и у нас опять какие-то проблемы возникнут. Ну, видишь, надо было сейчас это пробовать. Было сейчас это пробовать. Не возникнут проблем, все нормально будет. Не убили так не можем, ну ничего страшного, в следующий раз убьем. Не сразу Москва строилась, не переживайте.